каждой гантели 50 раз, каждой гантели. Значит, и правая, и левая 50 и 50, 100 раз. Нет, Андрюха, не просто вот это. Оп-оп, на как Денис так делает. Красавец. 3, 4, 5, 6, 7. Не снимай, не снимай. 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Раз, 2, 3, 4, 5. Матэ, стойку встали. Стойку. 5, 6, 7, 8, 9, 20. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Хорош. Так, сейчас легли руки в сторону. Руки встали. Пошли. Раз. Раз. А как? Я в сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Давай. Семь. Восемь. Девять. Двадцать. Раз. Два. Давайте прийти переодеваться. Я пока ничего, никого ничего не принимаю. Я тренировку. Давайте, Славочка, ты дала там? Потом, потом. Что? Брестья! Что вы сделали? Эй! Давай, делай! Раз, два, три. А потом? Четыре. Пятый класс. Второй. Мальчики, второй, третий, четвертый, пятый, я не могу брать. Пятый класс, четвертый, третий, я не смогу. Что вы держите? У меня группа шестой, седьмой, восьмой. Ну, так, что вы лежите? Встали, еще по 15 раз делали все вот три упражнения. Вперед! А, отжимание. Легли на живот. Без них делаем отжимание. Пошли 30 раз. Что вы стоите? Ваня, умер? Умер? Да, умер? Да. Умер? Да. Еще чуть-чуть, поумирает. Пошли. Вот все хорошо, видишь? Я знаешь, что не хотел отдать? Вису съем. То есть ты бросаешь, тебя руки раз уходят. Если ты подтянул его, все, это было. Андрюха, что ты как маленький, блядь? Переверни, Ваня, удержи его. Давай за него как стоит. Показывай одно, второе, третье. Назад, сзади, вперед, переднее. Стоп, мате. Встали. Мате, встали. Заправились. Так, вы вдвоем берете эти гантели. Денис ко мне. Вы берете эти гантели. Вы берете там гантели. Денис. Становишься вот здесь. Вы вдвоем. Саня, давайте сюда. Гайдите. Один сюда, другой сюда. Денис, сюда. Заправиться. Заправиться сюда. Встал вот сюда. Встал вот сюда. Андрюха. Так.
Ты становишься вот здесь, вот здесь. Вот сюда. Я? Ты стоишь здесь, ты стоишь здесь. Считаешь их 30 раз. Подъем, 30 раз лежа, 30 раз отсюда, 30 отжиманий. И без остановки. Становишься вот сюда, вот сюда. Вот. Ты вот сюда, а ты вот сюда. Вот сюда. Ты сюда. 30 раз. И считаешь, там, чтобы тебя видно было. Вперед! Вперед! Два, три. Ты лег? Стоп! Нет, почему? Два, три. Пошли ручки подавай. Пошли. Два, три. Так, какая команда быстрее? Шаттер, оп, ноу,
Девчи, привет, пошли. Одну, двое, три, быстрее, Саня, три, папа, чич, шапка, шапка, оп, ноу, девчи, легли на живот, девчи, пошли, одну, двое, три, папа, чич, шапка, шапка, оп, ноу, 40 батарей. Взяли, взяли, взяли в руки, быстро положили. И ушли отсюда. Построились. Считаю до пяти, не успеваете, еще раз делаем. Раз. Два, три, четыре, шесть, семь, восемь. Алинея. Расстояние, расстояние. Коронавирус. Правильно. Коронавирус, расстояние. Так. Не успели построиться? Как нет? Я вас наказываю. Шоколадками. Девочки, девочек немного. Где куртки ваши? Быстренько взяли одежду. Значит, вот пришли с хам, как вот по лестнице на них нет. А где расстояние нету? Эй, конец! Быстренько построились! Эй! Ударьте его, он меня бесит, пожалуйста. Быстро кинуло! Да, да, бери, бери, бери. А что вы как тут по листам? Твое? Мы потом отметим. Давид, ковид, садись. Ковид. Это ковид. Возьмем манкурку для защиты. Секунда, один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять. Вика есть? Есть. Слава есть? Есть. И всех девчонок. Стефан, да. Хорошо, хоть две, а не три. Так, если можно... Вы кушали сегодня? Да. Так, потом вы спросите, что на нас есть. Какие разговоры? Боец, а, гребень, вон туда. Так, значит, внимание сюда. Вы, из-за того, что много говорите, легли там на живот вот так. Все, легли на живот. Быстрее на живот, Андрей сюда. Андрей Якобов сюда. Да, значит, эй, понятно. Смотрите внимательно. Ой, высокий, на дверь. Значит, что, что сейчас? Что мы сделаем? Эй, сели! А вы смотрите внимательно на ухюба. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Десять. Руки камень, разверните. Эй, посмотрите еще раз. Берем здесь. Видите, я взял? Видим. Андрей сразу берет ответный запас. Девочки, смотрим. Потом. Потом сюда. Вторая рука. Здесь. Эй, пацаны, что нужно сделать? Шаг вперед, посадить. Посадить, посадить. Дальше. Берете за голову и уходите в сторону. Вынесли вот так упасть. Еще раз. Значит, смотрите еще раз, что вы должны сделать. Берете захват, делаете небольшой шаг, посадить надо. Дальше рукой за голову, чтобы не шли. Вот так упасть. Понятно? Понятно. Так. 5, 6, 7, 8, 9. 9. Так. Два человека здесь, быстро. Встал сюда. Андрей, сюда. Быстрее. Вы вдвоем туда, на свое место, вы сюда. Быстрее, один здесь, другой здесь, быстрее, быстрее, встали. Быстрее, Андрюха, иди сюда. Это шесть человек, да? Да. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, боец, двое, быстро ко мне. Двое, ко мне. Так, ты идешь к нему. Быстрее, 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 быстрее. Валик, ты идешь к нему. Ты ему делаешь. Не быстро, но аккуратно. Все, и ты будешь. Сейчас же мы поедем. Вы вдвоем. Нет, ты идешь. Сюда. 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 Жасмина. Жасмина. Так. Здесь. Ты сядь. Вот, вот сюда идешь. Сюда. Ты делаешь его. Ты делаешь его. Ты делаешь его. Ты делаешь его. Так. Здесь. Вот, вот эти две девочки. А, ко мне, ко мне, ко мне, ну пойдем, пошел. Так. Пойдем, ты еще не ела. Все.
Сергей делаешь вот сюда, 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 вон там, вон там, потому что снимает камера. Идите сюда. Значит, вы делаете так, два раза ты, два раза ты. Вы становитесь, знаете, где? Делайте вот здесь. Да, делайте здесь. Так, да, сюда, да, сюда, да, сюда. Бегом, бегом. Вот сюда. Сюда, сюда, да, сюда, сюда. Тряпка, посади за голову. Смотри, делайте так. Девочки, ты нам вправо-влево, вправо-влево, и ждете меня. Вот, Хорошо.
Еще раз.
Так, а то, что за пустой, да? Дайте мне. А, так, так Габриэла. Значит, послушайте меня внимательно. Сейчас вы поделали. Что поделали? Значит, да, первое. Еще раз. Марс, Меркурий, Джойс, Лаур Джойс. Они будут вам помогать учиться дзюдо. Вы должны уметь делать броски. Кто умеет будет бороться, это я уже скажу. Бороться это немножко делать. Вы должны красиво делать и броски. Первое. Второе. Вы должны, что вы должны? Значит, первое. Вы должны все вместе, или как, не знаю, что я дал задание, подумал, раз вы занимались гимнастикой, танцами, значит, вы умеете. Значит, должна быть музыка, должна быть разминка под музыку, чтобы девочки разминались под музыку. Упражнение, то есть ставим музыку, вы становитесь здесь, мальчики пойдут, потом здесь, и начинаете разминаться под музыку. Это вот будет и разминка, и вместо кросса, для того, чтобы проснулись. Все, до свидания. Понятно, да? Значит, все, группу нам открыли. Ваша задача стараться все-таки приносить сменку, перебиваться, ну и тренироваться. Это самое главное. Так, сейчас что? Сейчас вы поработали даже без разметки, что очень плохо, но вам делают очень аккуратно, там уверенно, зацепили, но это просто случайно. Значит, сейчас каждый, я даю мяч, ваша задача. Вы подкидываете мяч. Раз, вверх. Один раз. Ловите мяч. Дальше. Подкидываете мяч. Посмотрите, как. Видите, да, движение? Раз, два, три. У вас руки прямые. Вы должны за счет этого подбить мячик и поймать. У вас есть волейбол, у вас тренер по волейболу, да? И он очень хорошо относится к тем, кто хорошо играет в волейбол. Поэтому надо уметь играть в волейбол. Так, девочки, куртки. 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 Золото. Сережки. Поработайте на цепочку. Я цепочку сниму, но... Спасибо. Спасибо. Хорошо. Значит, надо как-то их закрывать. Ну, потому что тебя могут раз и зацепить. Вот кого зацепили? Вот ее зацепили. Начала бороться, ее зацепили. Так. Сеточку снять. Так где она? Туда поди. Вон чашку специально достал. Вы что? Золото. Потом какие проблемы родители сделали. Так. Еще раз. Дарим всем мячи. Еще раз. Берете мяч. Подбрасываете. Раз. Ловит. Подбрасываете. Оп, туда руками. Ловит. Отсюда. Раз. Ловит. Отсюда. Оп. Ловит. Понятно? Понятно. И пожалуйста, вот лампы не стоять. Так, без курток я не пущу. Или куртки, я вот вам всем дал куртки, одеваете, не знаю. Кто в куртках вышли? У вас там и пояс должен быть, и девочки взяли. Все, пошли, начали вот там играть. Мальчики, ко мне. Наконец. Что